Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, ushbu video rolikni chiqarishdan oldin o'yladim. Balki kimdir ruschani tushunmas. Shu munosabat bilan video chiqaryapman, do'stlar. Hozir Moskvada restachayishiy zakonlar qo'llanilyapti. Restachayishiy deganimda qattiq-qattiq zakonlar qo'llanilyapti. Ko'chada yurish mumkin emas, do'stlar. Buni mana o'zbekcha tarzda yetkazyapman sizlarga. Ko'chada yurish, do'stlar, mumkin emas hozir. Karantin, eng avvalo do'stlar, o'zingizlarning sog'lig'ingiz uchun uyda qolinglar. Qiynalib qolgan bo'lsangizlar, yeyishgan o'ninglar yo'q bo'lsa, video qilib yuboringlar, qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Telefon raqamim, WhatsApp nomerim kommentariyada ham, opisaniyada ham bo'ladi, do'stlar. Uyolmay video rolik qilib yuboringlar. Kimdakim agar video rolik qilishni yuborishga uyolsa, O'zbekistondan pul chaqirtiringlar. Karantin paytida, do'stlar, ko'chada yursanglar shtraf bosyapti. Taksistlar, sizlarga ham ogohlantirmoqchiman. Ko'chada yurmanglar Moskvada hozir. Hamma joy yopildi, do'stlar. Shu informatsiyani hozir Rossiya telekanallarida chiqyapti, o'zingizgina ko'rishingiz mumkin. Ну что, говорят, за все надо платить, и за нарушение самоизоляции тоже. В Москве завтра начнут штрафовать тех, кто нарушает одним фактом своего выезда на дорогу. Относится к тем, у кого коронавирус, и кому доктор прописал лечиться дома. К близким родственникам людей с ковид, к тем, кто вернулся из-за границы. Сел за руль – минус 5000 рублей из личного бюджета. Столько же заплатят те, кто во второй раз зайдет пешком туда, куда нельзя. Больше, чем на 100 метров от дома и без веской причины. На первый раз с нарушителя в доход государства возьмут 4000. За этот день столичные полицейские составили уже 4 с лишним сотни протоколов. Штраф на месте брать нельзя. Все в суд. Столичные суды выписали сегодня первые 9 постановлений. Каждое на 15 тысяч. Судьи руководствовались федеральными нормами, а они намного жестче. Прецеденты есть в Подмосковье, Петербурге, Калининграде. Список можно продолжить. Демак, дуслар, видеоролик-то хам кордила. Бу мировой тенденция. Кулан кегунча илтимосим уйда қолинглар. Москвага сабабсиз кўчага чиққанларни административный правонарушение деп, даже административный ўзингизга штраф ҳам олишингиз мумкин. Билсизлар, иккита административный штрафдан кейин Ўзбекистон фуқаролари депорт қилинади Россия Федерациясидан. Демак, уйда ўтиришга мажбурсизлар, дўстлар. Демак, самоизоляцияда агар кўчага чиқсангизлар 4000 дан штраф бошланади. 1-марта ушлаб олса 4000 штраф, 2-марта ушлаб олса кўпроқ штраф қўйилади, дўстлар. Самоизоляция пайтида сизлар аптекага чиқишингиз мумкин, уйларнинг ёнидаги аптекага ёки магазинга, фақатгина аптека магазинга. Агар шу пайт ҳам ушлаб олса, кўпчилик биласизлар, регистратсияда сизлар турар жойда яшалмайди кўпчилик, мана шу пайтлар муаммо ўзингизга муаммо яратиб қўйишингиз мумкин. Бу нарсалардан ҳам огоҳ бўлинг, эҳтиёт бўлинг, дўстлар. Статистика бўйича Россияда jami 20 mingta odam уже kasallangan. Shundan 8900-tasi, do'stlar, Moskva shahrida, Moskva oblastida. Moskvani shuning uchun izolyatsiya qilib tashladi. Do'stlar, yangiliklar bo'lsa, albatta aytib o'tamiz. Hozircha bu karantin, жёсткий karantin faqatgina Moskvada bo'lib o'tyapti. Bundan keyin balki Piterda va boshqa shaharlarda bo'lib o'tishi mumkin. Shuning uchun ogoh bo'ling, maskalarni oldini olib qo'ying va produktlarni qo'ldan kelguncha uyga sotarsa qilib qo'yinglar. Sizlar bilan Rahmon Rustam edik. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr va tanda ushlar. Omon bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang.